На автодроме Игора Драйв в Ленинградской области состоялась церемония награждения чемпионов и обладателей Кубка России по автомобильному спорту. В самом начале церемонии была вручена специальная награда за вклад в победу России на первых в истории автоспортивных играх. Для получения наград мы приглашаем на нашу сцену Бориса Ротенберга. Кубки победителям этой номинации вручал президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов. Первая гонка и первый чемпионат ФИФА, и мы все очень-очень волновались, потому что нам было собрать сборную и сделать так, чтобы на этой сборной победили. И действительно, мы были тех людей, которые достойно представляли Россию, достойно представляли нашу сборную, и мы победили. В номинации «Победа года» лучшим стал пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман, в прошлом году выигравший мировой чемпионат «Формулы-3». Кубок Роберту вручил генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин. Подиум года также остался за спортсменами SMP Racing. В этой номинации на сцену поднялись Михаил Алешин, Виталий Петров, Егор Оруджев и Сергей Сироткин. Отдельный приз гонщикам вручил Борис Ротенберг, основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing в 9 дисциплинах автоспорта. Кроме того, в рамках церемонии, которая впервые выехала за пределы столицы, состоялась презентация «Формулы-4» Евроазиатской зоны. Этот чемпионат впервые начнется в следующем году. Гонки будут проводиться на автодромах 7 стран – России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.